это обращение Общественного комитета противодействия коррупции к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко. Потому что мы неоднократно обращались, и как бы реакции от него никакой нет. Вот. Причем по разным делам. В частности, по экологии Саратовской области. То есть ничего не делается по нашим обращениям. Вот. Кроме того, по моим личным делам тоже ничего не делается. Сколько метров уже? Сейчас дойдем до километра. Написали переписку с прокуратурой Саратовской области. Наше обращение и ответы прокуратуры. А в метрах примерно сколько? Не знаю, порядка 50 метров. Вот они периодически теряют наше обращение. Поэтому пришлось вот таким образом склеить. Обращение от Общественного комитета по противодействию коррупции к Сергею Владимировичу Филипенко. В нем мы рассматриваем вопросы именно по нашим обращениям к нему и к сотрудникам прокуратуры Саратовской области. Так считаем, что сама деятельность прокуратуры больше похожа на игру «передай другому». То есть на наше обращение приходят либо отписки, либо материал просматривается сквозь пальцы, никакой реакции нет. То есть даже личные приемы у Сергея Филипенко, они ничего не дают. После них сотрудники полиции и прокуратуры нижестоящих, они наоборот начинают ничего не делать. Говорят, ну ходи дальше, жалуйся, улыбается, никакой реакции нет. Так мы писали обращение неоднократное по факту проводимого комитетом противодействия коррупции расследования общественного по работе Федеральной службы природопользования в Саратовской области, Росприроднадзор, и 5 аффилированных ими организаций, в частности, Исток Экосервис. Было проведено расследование, были найдены отходы опасные, которые просто выбрасываются в лесополосу. Также незаконное лицензирование данных организаций было доказано. Но почему-то прокуратура на данные вещи не обращает внимания. Получается, что мы уже полгода с ним пишем, получаем только отписки, никаких реальных расследований. Да и сам человек, который этим занимается, он сам говорит, что он всего 3 месяца на этой должности и мало что в этом понимает. Вот. И мой личный вопрос тоже, уголовное дело Кузуб Павла Александровича, которое, в принципе, обычное дело, которых сотни, тысячи, но оно не решается никак. То есть уголовное дело, 1,5 года возбуждено по мошенничеству в особо крупном размере, пытаются просто развалить, полиция бездействует, сотрудники полиции, прокуратура бездействует, а прокуратура Саратовской области дает ответы, в которых недостоверная информация, которая не соответствует действительности, то есть фактически фальсификация. То есть, в частности, пишут, что проводятся определенные экспертизы, уже проведены. А на деле они еще в тот момент даже не начинались. То есть очень много таких моментов. И мы сегодня обращаемся к Сергею Филипенко, что мы хотели бы, чтобы начиналась какая-то работа, начиналось какое-то движение. Потому что считаем, что в его руках есть такая возможность сделать это. В Саратовской области нужен сильный прокурор.